Спорткомплекс «Шериф» теперь готов принять любителей и профессионалов водных видов спорта. На территории комплекса сегодня открылся открытый плавательный бассейн. Его стандарты позволяют проводить даже олимпийские мероприятия. Это планы. Ну а пока здесь принимают первых посетителей. Короткий инструктаж и по свистку в воду. Юра, когда узнал, что в Тирасполе строится большой бассейн, буквально следил за его строительством. Шапочка и очки были всегда наготове. И сегодня, как только объявили, что бассейн открыт для посетителей, стал первым из них. Первый раз проплыл. Тяжело. 50 метров как бы очень много и тяжело плыть. Это развивает мышцы и я считаю, что это в жизни пригодится, уметь плавать. Открытый плавательный бассейн оборудован, как говорится, по последнему слову техники. Передовые системы фильтрации и очищения воды, кондиционирование воздуха, температура которого на 2 градуса выше температуры воды. В среднем около 30, поэтому нет испарения. И везде, кроме, естественно, самой чаши бассейна, сухо. Бассейн рассчитан абсолютно для любых занятий, от классического плавания с прыжками в воду до подводного и синхронного. Или для таких спортивных игр, как, например, водное поло. Мы изучили опыт всех ведущих, на наш взгляд, бассейнов, хотели перенять все самое лучшее. И сегодня мы получили тот результат, который мы имеем. Бассейн, соответствующий всем европейским нормам и стандартам, 50 метров в длину, 8 дорожек. Также наш бассейн имеет возможность принимать и проводить спортивные мероприятия, соревнования. Для этого имеются спортивные вышки, трамплины. Работать бассейн будет 7 дней в неделю с 8 утра до 11 ночи. Посетители могут приходить в любое время по желанию. Есть также абонементы до 3 месяцев. Каждому на входе выдают специальный водонепроницаемый браслет. Это ключ от всех дверей и собственного шкафчика. Способ закрытия шкафчика. Шкафчик закрывается. Начинается вести отчет времени. Браслетиком фиксируем закрытие шкафчика. Шкафчик закрыт. Пока посетителям доступны лишь комнаты отдыха, кафетерии, раздевалки, душевые кабинки, собственно, сам бассейн. В ближайшее время откроется сауна и массажный кабинет. Об их открытии обязательно сообщат на сайте sherif-sport.com.